Ну что, давай, давай поговорим, давай. О, давай. Давай, ты только на словах. Саня, уйди. Уйди из-под прицела. Саня, ты такой дурак. Слушай, это круто. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Форум, Гусанёк, Васаби, пацаны, поздоровайтесь. Привет. Всем привет. Всем привет. Ребятушки, сегодня у нас очень классная рубрика, которая залетает на моем канале на миллионы просмотров. Аниматроники пугают охранника. Карта FNAF 3, я буду играть за аниматроника и мочить жестко пацанов. Если пяти кушайте, приятного аппетита, и мы начинаем выживать. Пацаны могут, кстати, прятаться в шкаф. Слепит, слепит, слепит. Все-все-все, красиво, красиво, мощный фонарик, я ухожу, я понял. Все, ушел, ослепили меня. Уходи. Стрелять буду. Очень классная анимация у аниматроника, мне не очень нравится. Звук, как будто я кого-то убиваю, на самом деле я никого не убиваю, но сейчас буду. Это как бы начальный уровень. Сейчас за функцию? Да, это начальный уровень, пацаны. Вон он. Где? Вы не видите, что ли, да? Ну давай, давай. Вот он, вот тут. Где? А я вижу ваши фонарики, очень классный этот мод на фонарики. Прям луч такой дубелый. Васаби, не работает фонарик? Да. А ты, блин, слепит. На тебе. А, вы будете надо мной издеваться, да, Саби? Хорошо, сейчас, пацаны. Да. Сейчас. На улице гром такой, офигенно сделано. Форум, знаешь, что я вспомнил? Что? Ты в кибитка не ходи. Я взял аниматроника, который уже не слепится. У нас есть оружие, мы тебя не боимся. Пока будем его искать. Где он? Батарейки же были. Ну, ты в глаза посмотрел. В глаза нельзя смотреть, я убийца. Я смотрю. Вон он. Я иду. Вы должны успеть запрятаться или убежать с офиса. Арбуз. Читер. Вот таким быть. Это обход аниматроников. Они ходят по карте и проверяют, знаете, как охранник обход делает. Он на лифте. Я на лифте. О, я в подвале, я тебя жду. Я сегодня, ребята, не буду использовать быстрый бег, чтобы у пацанов было небольшое преимущество. Потому что если я буду еще шифтом бегать, я их просто всех буду наказывать и мочить. Форум, давай сюда. Где? Как ты впечатался красиво! Головой в стену влетел, просто нереально мощно. Это что за лабиринт такой? Расстрел Димы. Че, он убежал уже отсюда? Ой, есть! Красавчик. Меня убил. Все по феншую. Нашел тут покейсер. Вы должны прятаться. То есть, если вы так будете в открытую бегать, я буду мочить. Или на большом расстоянии держаться, или прятаться должны. Отлично, убийца идет. Без руки, поломанный, наказывает всех. Кого ты там наказываешь? Всех и вся. Мы тебя будем наказывать. Давай. Форум, давай. Он за углом. Давай. Я за углом круглого дома, пацаны. Подожди, Саня. Круглого дома нету. Есть контакт. Прям поцеловал тебя, поцелуй смерти. Ребята, не забываем ставить лайкосики, подписываться на канал, ролики выходят каждый день. Если вы хотите с нами пообщаться, заходите в наш Дискорд. И даже можете попасть в ролик при желании. Это было очень примитивно, я вижу этот мод. У него скин такой, знаете, когда хищник такой, знаете, полупрозрачно, но видно. И даже сквозь стены видно, да. А мы в подвале. Да, я иду. Правильно. Я иду. Ух ты, ё-моё, вот это лупануло. Это я. Ты из чего стреляешь? Это что, помповик какой-то? Помповое ружье?
Нет, так гранатами стреляю. Да? Аня, это ты? Ах ты жопа! Нифига себе, мне откидывает! Саби, короче, там тебя мочит. А, Саня, смотри, что можно взять. У меня уже жизни нормально вынес. Попался, попался. Красиво, ладно. Я тебя замочил. Ну, попытка хорошо этот произошла, такое. Потому что жизни ты потратил у меня нормально так. Ты у меня потратил 900 жизней. Ого, это было обратно. Ты сам себя... А, я тебя убил. Ну, ты сам себя убил. Смотри, вот там нет. Какой тебе хп? Я вызвал. У меня хп... Ай, блин, R нажал, и у меня 10 тысяч сбросилось. Я так понял, что R нельзя нажимать. Я буду вас ждать тут, пацаны, пока вы зайдете. Вам ловушка сделана. А мы сейчас бомбу скинем в лифте. Давай, давай. Подожди, а где бомба? Отлично, ребята. А вот они. Пусть Санек слился. Огнеметом хотел меня поджечь. Я иду. Ребята, досмотрите ролик до конца, потому что в конце мы сделаем очень мощный ядерный взрыв. И я еще буду брать разных аниматроников. Еще моего друга убил, я тебя сейчас за это буду убивать. Я? Где? Убил твоего друга? Да. Я и тебя убью. Терпит. Ай, ай. Ой-ой-ой, пацаны, вы где оружие такое мощное взяли? Это что, у охранников новый вид оружия повыдавали на работе? А это я, короче, частным, короче, сам по себе купил. С пенсии. С пенсии. Ничего себе, у тебя пенсия на дробаш хватило. Это не дробовик. Ой-ой-ой. Гранатомет. Не фартануло. А ты что сзади подходишь? Ты хочешь меня ножичком убить, да? Ай. Ай. Ой, молодец, красавчик. Не. А ты... Ребята, мне ничего не нужно делать, они сами себя убивают. Это класс. Ты плохой человек. Да чем я тебе плохой человек? Выйди, Дима, выйди из-за угла. Ай. Неплохо, неплохо. Ну так что, дальше будешь идти только на этих, на словах? Я вижу, вы там бомбу уже наставили, вижу красные лучи. Ой, ой-ой. Правильно, форум, туда его. Молодцы, молодцы. Так, я в подвал лечу, чтобы вы меня сразу не убили. Тут чувствую его. А, вы решили, что я сегодня должен сливаться, да? Да, ты же. А я буду злиться. Я буду очень злиться. Так нет, Дим, ты только на слова. Давайте, пошлите, работает там он. Ну, Фокси взял фонарик, давай. А, фонарик, свети ему. Ай! Ты меня зачем убил? Опа. Я выжил! Идем дальше, попытка номер два. А, Дима, у меня фонарик. Yes. Да, все, я Фокси не буду брать. Я поддался специально вот сейчас. Без за два шаров пока что. А, не, давайте, мне нравится, но это прикольно. Дима, это ж разогревочка не только, не вы что думаете, вы так будете всегда делать? Я вас буду мочить. Злой режим активирован. Если вы меня будете мочить, я буду shift использовать. Вы чё, вы же жесткие такие прям. Нет. Где Дима? Аля. Я боюсь. Вы чё, офигели? Я сейчас уписываюсь, где Дима? Ты что, на меня ссать хочешь, тишо? Нет, не на тебя. Я специально несу уже недели, чтобы тебя обоссать. Таня, еще раз вызовешь лифт, убью. Они меня не видят, это очень классно. Конечно, темновато здесь в подвале, но все равно. Не, я видимый. Он точно не в подвале. Говорите на своем ноу-клипе, да, читер вонючий? Увидите на записи. Вот именно увидим, как ты влетаешь. Ну, посмотришь. Саня, подожди, дай мне сюда зайти. Ай-яй-яй, кто стреляет? Саня, у тебя один хп. Вот это гром на улице, как всегда. Когда я наф, сюда идет дождь и гром. Саня, ты только не взрывай. Дим, да ты... прошлый ролик Дим я... Дим вызывает, я понял. Благодаря одной штуке с Entity, называется противотанковое орудие. Хочешь повторить? Не надо, оно тут... А ты не умеешь им пользоваться? Ой, я забагал. Дима, я забагался. Софт. Опа, софт, вы там бомбу положили. Ах, вы хитрые. Подожди, я знаю, как это сделать. Смотри, не взрыв... Саня, ты дурак. А ты Дима вызывает. Это я вызываю лифт.
Дима, вызовешь, я сейчас спущусь, я лицо сломаю. Ну давай, давай. Ой, лицоломатель, давай, я тебя жду. Подожди, форум выйди. Нет. Ты дурак, нет. Мне надо подготовить план. Что там творится, это нереально что-то. Я понял. А что у тебя не получилось? А что у меня не получилось лицо мне сломать? Опа. Мне сейчас... Блин, они там что-то такое делают, ребята, очень жестко. Подожди, Саня, ничего не делай, ничего не делай. Ах ты тварь. Все, все, я понял, пацаны, шутки окончены. Вот сейчас я начну злиться сильно, я вам серьезно говорю. Вот это вы сейчас зря. Все, пацаны, у меня очень сильно разозлили. Подожди, Саня, не вызывай лифт. Я кое-что готовлю. Скоро мне. Дима, ты что, офигел? Я буду мочить. Это все. Я взял киборга-убийцу. Давайте, пацаны, кто сможет зайти в комнату? Давай. И попал? R2-2. Нет, нет. А вы шары на расстоянии стреляете. Это же буду вас мочить. Вот теперь, ребята, это мой домик. Никто сюда не зайдет. Никто не сможет просто. Видите, что творится? Видите? Так, дверь, дверь электрическая. Я прочитал твое, то, что он сейчас по-любому зайдет. А где Дима находится? Да ты чё? Вот он, в коридорчике. Ой-ой-ой, как они шары гасят. Ну что, Дим, ты меня разозлил. Форум. Так ты своих мочишь, а не меня. Ребята, я хорошее место, найду. Да, у меня? Отличнейшее просто. Я, кажется, понял, где он. А где, где? Нет, не тут. А он в подвале, может быть? Нет, нет. Я наверху, нет, сразу говорю, я не в подвале. То есть, в смысле, не успел бы, может, такой, он ха-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 
Ай! Ой-ой-ой-ой-ой, надо валить, надо валить! Он у нас в вентиляции. Да, я был... Ха-ха-ха! Класс! Так, сюда проползаем. А я вижу его! Ух ты! Неплохо, неплохо. Ай, ай! Вот это они там чудят! Вот это вы психи! Как они меня хотят, ребята, убить? Я свои убиваю! Ха-ха-ха! Это же классно! Я тебя не убиваю. А вот и! Что там, пацаны, убили или нет? Не получается? Там, он в той дыре. Смотри, Саня. Нет, нельзя. Ну, короче, я знаю, где он. Я сейчас хочу и позвать кое куда-нибудь. Вот это класс, ребята. Ну все, у меня очень имбовая нычка. Ты в подвале? Нет, я не в подвале. Вы увидите на записи, вы офигеете, где я. Значит, ты софт, я так и знал. Правильно. Ты чё заглядываешь в шкафчик? Я не разрешал тебе в шкаф заглядывать. Форум, спустись. Отлично. У нас в шкафу это читер? Да, я в шкафу. Спустись в подвал, поговорим. Я иду в подвал, пацаны, всё, иду, иду. Ну что, давай, давай поговорим, давай. О, давай. Давай, ты только на словах. Саня, уйди. Уйди из-под прицела! Саня, ты такой дурак! Слушай, это круто! Как вы друг друга мочите! Он в подвале? Да, я уже в подвале. Так, подождите, дайте я залезу. Ничего не вызывайте, Саня, я тебя убью когда-нибудь. Так, тот шар бы все равно в двери не пролез бы, ну никак. Ой. Ой, красиво шар пролетел. Как они меня хотят убить, сколько шаров запустили. Все мимо, пацаны, не попадаете. Сейчас только себя убьете. Я в подвале, увидишь. Я в подвале, 100%. Под невидимкой? Нет, я беру сегодня аниматроника, который невидимку и не умел, не умел у них таких возможностей. Саня, хватит вызывать. Не умеешь, вот это они психи.
Вы что там делаете? Что у вас такое там? Это моя пушка. Вот зачем вы себя убиваете? Вот скажите. У меня сегодня охранники самоуничтожаются. Нет, это не вентилятор. Ой, а что это было? Читер. Ой, форум, где он тебя убил? Ого, вы у меня жизни. Вы у меня 4000 жизни вынесли, представляете, какие? Не мы, а я только. Смотрите, пулемет стоит. Ого, строчит. А ну думаешь... подойди, подойди папа. Только на слова. Папа, папуси. Ух ты! А! Обманочка. Да вы психи! Вы психи! Да как с вами играть? Как? Все, я взял марионетку, теперь я очень злой. Очень. Псих? Псих. Я тебя увидел. Я конченый бегите. Ай, попал шаром. Дима, зайди в кабинку. Ранее. Захожу. В кабинку зайди. Ты чё, через стену убиваешь? На баню. Увидите на записи, а не через стену. А ты удалил пулемет, ты зараза. Да, правильно и сделал. Да это он вентиляция, так и знал. Отлично, ребята, ну просто отлично. Ой, я так могу еще тут зашкериться, мне вообще не видно. Вот теперь они не узнают, где я. Дима, смотрите. Спустись в подвал. Иду в подвал к тебе. С удовольствием тебя замочу. Саня, я там что-то сделаю, я тебя убью. Отлично. Я как раз в подвале заспавнился. А кто лифт вызвал? Под пулеметом лифт вызывает. А так можно разве? Ты чё, офигел? Питер? Вот это я красиво пацанов нагнул. Подожди. Тут твой пулемет тухлый стоит. Чуть не взорвалось. Ай, помогите! Есть! Да вы неадекватные какие-то сегодня! Вы неадекватные. Я тебя уже 8 раз убил. Дима, впустись ко входу. Иду. К кибитку охранника. Иду. Так, спуститься или подняться? Да вы... Ай, блин, насколько вы мощные. Короче, все, ребята, это тот ролик, когда охранники просто растерли в порошок аниматроника. При том, что они не использовали ни пригвождателя, ни какого такого прям мощного оружия. Все, пацаны, вы молодцы. Вы победители сегодня. Вы меня выиграли. 100%, безоговорочно. Я все-таки... Я вам в следующем ролике не буду поддаваться. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Как и обещали, взорвали все. Вот это вы психопаты. Да все, дым идет! Ну дым идет с компьютера! Ну все, Дима, ты Высишь! Да, Дима!